Сегодня в учебно-методическом центре у нас проходит сдача экзаменов слушателей школы юных пожарных спасателей. Сегодня пришло 48 ребят, которые подали заявление и хотят быть кадетами нашей школы. Ну, каждый, конечно, волнуется, очень много пришло родителей, которые тоже волнуются вместе с ребятами, но мы думаем, что все у них получится, и наши ряды школы юных пожарных спасателей пополнятся новыми слушателями. Сегодня производится отбор ребят в школу юных пожарных спасателей. Это на сегодняшний момент 67 претендентов, но планируется отобрать только 20 человек, то есть больше, чем 3 человека на место. Вчера сдавали теоретическую часть, это тестирование по курсу ОБЖ по программе школы. И сегодня сдают физическую подготовку, это кросс-километр, 100-метровку, подтягивание, отжимания и пресс. Ну, по этим результатам сегодня будем уже знать эту двадцатку, которая вступит в школу юных пожарных спасателей. В дальнейшем будет кадетами МЧС России. То есть, в большинстве случаев ребята заинтересованы и хотят в дальнейшем продолжать обучение в учебных заведениях как МЧС, так и Министерства обороны. Если говорить о возрасте, какого возраста дети? Отбор производится, чтобы возраст был не меньше 11 лет ребенку. И как бы должна быть обязательно медицинская справка, что нет особых освобождений, потому что иначе не допущен будет к экзамену по физподготовке. А до какого возраста? Возраст мы определяем до 9 класса включительно, там, потому что возраст у нас у детей скачет, кому 15 лет, кому 14 лет в 9 классе, кому-то 16. Но вообще занятия в школе до 18 лет. Спасибо.